Пацаны, пин-коды надо! В общем, я разыгрываю AX308 на один день, УЗИ Pro Kiwi на 14 дней и Гепард на 14 дней. От вас всего лишь потребуется подписаться на канал Пикуль, ссылочку я оставлю в описании, и оставить комментарий. А через пару дней я подведу в своем паблике ВКонтакте итоги. Ссылочка на него тоже в описании. Хочешь начать играть в Warface с топ-пушками и множеством випок? Тогда регистрируйся по первой ссылке в описании, потом переходи по второй и забирай кучу халявы. Также привяжи свой номер телефона на сайте игры и получи еще 7 дней випки. А с супер-випом до ветеранов ты докачаешься за пару часов и нагнешь всех. Все ссылочки в описании. Здрасте, ребзя, я решил записать каточку с VHS. С VHS, вот. Каточка, это пушечка, короче, в легендарках новенькая. Вот, посмотрим, что получится. Жесткой игры не обещаю, потому что лига по-прежнему... Что за рука? Миш, ты что? Всего поддержки. Миш, ты что, больной? Да, немножко. Ты куда побежал? Я в штурмовик. Здравствуй. Я раунд не тот класс сделал без скилл-теста. Да нормально все. Поэтому я свапнул. Неплохо. Нормально. Да ты понял, пол раунда сделал мне, можно сказать. Просто я такой залетаю в план и просто Миша в бочину его снес нафиг. Здесь Спарта! Просто в бочину ему мечом по башке. Тупо царюга Леонид. Никто даже не думал сорвать. Куда ты? Ага, я понял, это двойка будет. Уже заходит. И авик у них есть. Да выпендривался? Да, у меня один гранаты взорвал. А-а-а, флешка тайминговая прилетела. Собака бешеная. Ладно, нормально. Так, ладно, го вместе. Го, я пошел в варку. Опять чекать рынка раш. Вот. Рашарыл? Я уже заикаюсь, блин. После целого дня записи всяких видосиков и рендера, и трений в совокупности, короче. А где они? Не знаю, это очень странно. В смысле? Ну на единице кто-то топнул. В смысле, они в один посадки пришли, что ли? Два невысокие. Да, профессионалы. Это балкон. Ты балкон убил? Нет. Теперь да. Один старый, Миш. А-а-а, меня авик убил с подката. А куда ты бежишь ножом? Ты же мог меня попробовать. Смог кинуть там. Не? Ну ладно. Ну, так, не. Так, дай мне подсад в окно. Когда уже ведут перчатки на скалолазание? Тогда можно будет подсаживаться одному. Надо будет хаймзону спросить. Какой вообще будет? Ой. Рынок краш? Да, вряд ли. Да, рынок краш. А, да. Там еще на противнике. Ага, тут еще штурм. Зарежь, он идет к тебе, можешь зарезать. Ты пытался. Назад, так и напишем на твоем гробу. Так, они начинают, короче, просто рашить рынок. Я пошел убивать их в рынке. Начинается тот момент, тот час. Когда мне нужно давать глаз. Блин, твоя шанс такая странная пушечка на самом деле. Да, меня тупо не регало в него, понимаешь? Я не... А, что? Почему? У него же 5 палок. Я думал... Я думал, у него красный пинг там или еще что-то, блин, потому что не регало вообще. Вообще не регало. Алло, игра. Прием. Возьми бомбу. Пошли на ноль. На нуле это вообще имба позиция, на перках. Будем там вечно резаться. Я сейчас еще сниму голограф. Из трешки буду выжимать. Пятикрёт. О, мешки. Так, сейчас я ему. Да ёпты. Да ёпты. Вот так надо нажать. Давайте, выходите. Глупцы. Мешки. Уже взяли. Уже сейчас прыгать будет слева. О! Тихо! Да, что ты... А, резай, куда пошел?
еще резы. Меня не регает в них, я не знаю почему. Он сейчас убьет, прыгнет. Нет. Подвинься только, я сейчас левый трогаю. А! Я перед тобой в долгу. Просто стой смирно. Так, нас со спины явно. А! Да, ёпта масло. Еще раз резы. Я не могу встать нормально, блин. Фарм медиума. Или боже рубрики. Он ее экономил? Он ее, да, он ее пас. Что-то меня бесит. Все. Все бесит. Не знаю почему. Какая-то странная винтовка. Стрелять. Да что они сильные? Я их не перестреливаю зачастую. Один в один. Не сильные они. В одного инжа у меня вообще не регало с этой пушки. Ты понимал. Здорово. Сыпухи, говорит, остались. Тоже мне рашер, блин. После таких сообщений мне хочется фейспалмом биться просто головой. Да, типа, чувак. Ты шо, больной? Хочется сказать, типа, он чё, вообще отрезан от мира? Ну, может быть, YouTube, не совсем. Ютуб! Можно Ютуб не смотреть? Тихо. А, этот кот! Он пока до спи не был. Я, понимаешь, я даже не слышу просто ни одного... О, тихо. О! Есть контакт. Флажка топовая. Он вообще собирается? Он пошел, да нет, наверное. Он диффузить не будет, наверное, да? Не будет, конечно. Правильно, зачем? Он даже не зашел на план. А, зашел. Ну, зарезать хотел, да, понятно. Ну, конечно. Я тоже их хочу резать, но у меня 4. Победы за нами. Так, давай поиграем с его Вика. И вдвоем. С его Винкой и вдвоем. И вот надо в зелень, наверное, идти. Да, да, я тоже. Тяжело, тяжело разыгрывать в атаке. Да и в защите было тяжело, потому что они в разные точки бегали. Старым пушкой, может быть, я бы еще давал что-то там жесткое. А так. Увы! Он уже здесь у нас. Тихо. Давай, прыгай и убивай. Так, смотри, я этот. Главное труп Авика найти. Точнее не труп, а Авика. Они зарашили ДЛ и убежали. Может они посадили зелень? Мне минуса сейчас нужно будет, давай. А где они? Серьезно? Пойдем ставить. Так, один минус. Мне нужно Авика убить. Граната пошла! Походу не прокатит. Иди. Авик, Миш, надо резать. Авика сейчас будем как-то пытаться убивать. На пятерке он. Еще не забывай, могут подсадиться. Аккуратней. Бомба взята. Смотри, уже по-любому в зелени. Тихо. Тихо. Спасибо тебе. Да, уже в зелени. Ого. Благодарю за помощь. Миш, надо байт. Он на пункту. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Потные ребята какие-то. Один из чувак, так, ну да, погнали. Давай здесь подсадим сразу. Где? Парапетов он меня убьет. Нет. Да, ну ладно. Кидаю гранату. Я через Титаник сыграю. Здесь мусорный пуш. Я просто тебя не прикрою, если тебе сейчас со спины зайдут здесь. Ну, не стреляя. Тихо. Пожалуйста, тишину.
Ты главное не умри. Пытаюсь, буду сидеть здесь. Но если закидают, сейчас. Минуса нужны? Ага, восьмерка. Не двигайся, благодарю, я помогу тебе. Ну откройся. Побрасывай. Уже бой. Кто-то там есть. Очень неплохо. Ну и, наверное, байт. Выходи в один. По-моему, мешки был. Сейчас посмотрим. Ставь. Тачку скину? Ставь. Давай я. За план. Понял. Бомба взята. Так, тихо. Он новая либо старая? Старая. Старая, уверен? Нет, новая вроде. Новая. Он с пистолетом с этим крутым. Вон. Неплохо. Флешка хорошая была. Я почти опрофинился. Так, нужно еще раз окно идти. Только с подсадкой сейчас. Забери бомбу, пожалуйста. Вот она, вот так вот бывает, да. Нет. Что? Помощь. Так. Поехали. Разыгровочку. У них медик появился. Да, в окне особо не чиль, потому что могут взорвать. Они вообще не высовываются теперь. Тяжело будет. Ну где вы, люди? Ага, окно. Мой рынок. Синька точнее. У них фул тима нормальная. Граната пошла. Я выхожу, короче. Он говорит, ждите, конечно, надо ставить. Подожди, нет, еще минуса надо дать. Тихо. Не лезь. Близко, Миш. Составь ее, по-моему. Давай подмутаем. Пока. Медик за коробкой выходит у тебя. Хорошо. Бомба взята. Один с окна, один со старой вроде. Стой! Что? Куда пули полетели, блин? Я с бедра прям по башке нажал и поводил. Я думал, это спереди заходит, понимаешь? В этом-то весь прикол. Я вообще никак не ожидал, что он снова выходит. Ладно, ну молодцы, пацаны. Ну, что могу сказать по поводу ВЭШ-АСа? Ну, короче, ты понял. Такая посредственная пушка. Точность бедра, конечно, у нее очень хромает. Прям супер хромает, я бы сказал. Даже в перчатках Атлас... То есть там отдается точность, по сути, это. Все говно. Вот. Но, в принципе, на 21-й лиге, да и сопы были достойными, более чем, на самом-то деле. Это вот. Не 21-й. Это 12-я лига, да. Но на 21-й лиге, может быть, эта пушка была бы даже 11-я лига была. Это была бы пушка вполне играбельной. Вот. Огромное ребзя вам, спасибо за внимание. Пишите в комментариях, с какой пушечкой мне сыграть со следующей, вот, в 1-5. Все зависит будет от пушки, в зависимости... Ну, то есть, короче... Все будет зависеть от пушки, на какой буду я играть лиги. Вот, как-то так. Огромное всем еще раз спасибо за внимание. Всем удачи. Давайте, пока-пока. Пока, ребят.